Найди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 60. Камера в спину. Ограничение 60. Впереди мобиль. Ограничение 60. Осторожно, дети. Ограничение 50.
Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 90.
Найди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 90. Парная камера. Контроль средней скорости. Ограничение 90. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 70. Впереди камера. Ограничение 90. Thank you.
Впереди мобильный пост ДПС «Контроль скорости». Ограничение 90. Пост ДПС «Контроль скорости». Ограничение 70.
Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 90.
Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 90. Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 90. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 90. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 90.
Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 90. Алло. Да, добрый день. Да, это Рустам, правильно? Да, еду, но вот я еду из Казани, но проехал сколько километров? 100, наверное, где-то так. Ну, наверное. Я во сколько? Да. Вообще, на самом деле, вот идеально было бы, если бы получилось подъехать туда, вот как бы... Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 90. Да вот, честно, я не знаю, как поведет, как дорога поведет. Да, хорошо, вы мне... Опасность. Ограничение 60. Да. Все, договорились. Набережные Челны. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 90. Алло, да, Зай. Эти составы. Зай, ну это нужно заходить в этот, в предыдущий, как его зовут? Блин. Презентация. Вспомнил. О, я думаю, в ИП Назаренко. Мы, по-моему, там только указывали состав. А, слушай, знаешь, где можно 100% посмотреть? В спецификациях. Это в папке работа, пальто, что там еще. Да. Заходишь в спецификацию, если помнишь, мы же там прям везде прописывали. Прям особо не заморачиваться, копировать эту строчку, как мы этот, как мы писали. Вставлять Кириллу. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 90. Да. Ну, нет, наверное, да, наверное, можешь написать, знаешь, как просто в письме, вот по всем этим моделям, вот первая какая там идет, 484, да, вот написала 484 тире, и вот там пошло 90% того, там 5% того. Фэшн. Ну, в Мусин заходил. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Нет, ограничение 90. Поставки. Ну, давай 8. Давай, знаешь что, давай... Нет, весну, что ли... Да. Там, по идее, должна быть последняя спецификация, помнишь, которую мы делали? По-моему, да. И вот там, по-моему, практически все модели должны быть. Что такое? Закрой, еще раз попробуй.
Это Excel-овский он не открывает или что? А попробуй другой какой-нибудь Excel-овский открыть. Другие тоже не открывает? Ну, не знаю, попробуй перезагрузить. Какая моя? Да не, это... Погоди, я тебе скидывал этот, Paint. Ты Excel открываешь или Paint? Ну попробуй перезагрузить, может. Глюк какой-нибудь словил, да. Сто с небольшим до набережных Челнов осталось. Ну, сколько? 250, наверное. 250-270. Ну, вообще, да, по-хорошему. Только единственное, вот показывает ехать порядка 11 часов. Но если учесть еще разницу во времени, то это еще плюс 2 добавить. То есть ближе к 12 я там должен быть, если ехать без остановок. Нет, да, я не гонюсь, еду. Я просто стараюсь еще, чтобы и видео записывалось преимущественно в светлое время суток. Не, оно по-любому большинство в светлое время записывается. Ну, в общем... Парная камера. Стараюсь контроль средней скорости. Ограничение 90. Вот, ну ладно, зайди. Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 90.
Алло. Вы мне звонили, здравствуйте. Из Уфы до Челябинска? А, да. Ну, смотрите, я на самом деле на данный момент еще до набережных Челнов не доехал. Мне где-то, ну, около часа, наверное, до набережных Челнов осталось. Ну и плюс потом сколько до Уфы ехать, да. Ну и плюс еще нужно учитывать разницу во времени. У вас сейчас на час больше, чем у меня. Вот. Да, а вас как зовут, напомните, пожалуйста. Ага. Я вам, по-моему, подтвердил там уже. Ага, я понял. Ну, вы 100% едете, да? То есть я как приеду, буду подъезжать к Уфе, с вами созвонюсь, и мы там встретимся. Ага, ну, хорошо, хорошо, договорились. Ага, да, до встречи. Впереди камера. Ограничение 90. Алло. Да, добрый день. Так, а вас как зовут? А, нет, вы знаете, вот, ну, тут только что, видимо, последнее забронировали место. А там Илья, по-моему, было написано, нет? А, я... Да, вот только что появился интернет в трассе, одобрил. Смотрите, я ориентировочно к 12:20 буду проезжать, ну вот я просто пассажиров подбираю на Мензелинский тракт. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Это после набережных или до набережных? Я понял. Давайте я тогда, как ребят, подберу в набережных. Буду выезжать из города, вам наберу. Ага. Все, понял. Понял. Я... Toyota Corolla серебристая.
Да, я тогда как буду выезжать из города, наберу. Да, до встречи. Впереди мобильный пост ДПС «Контроль скорости».